Самый долгожданный и непривередливый клиент в мастерской Марии Казак – самарская маслена. Одежду для 5-метровой куклы дизайнеры шьют уже неделю. Ткани для костюма модельеры подбирали весь год. У нас есть просто такие же свои каналы, когда нам отдают такие ткани, которые нельзя уже в магазине купить. Вот, и в том числе мы собираем их и для масленицы. Предпочтение отдают тканям с яркими и цветочными узорами. Для масленой шили рубаху, которая плавно переходит в сарафан. При пошиве одежды учитывается история народного костюма. Обязательно должен быть прямоугольный крой. Также в мастерской изготовили голову для масленой. Ее наполнили сеном. Уже на следующей неделе жители смогут увидеть готовую куклу на набережной у бассейна ЦСКА ВВС. Она круглая, она от солнышка, олицетворение солнышка. Мы никогда не делаем лицо и глазки, губки, это никогда не делаем. Но все равно платок, элемент волос и русская коса, эти элементы мы делаем всегда. Вот. И они очень всегда хорошо тоже так смотрятся и хорошо встречаются. Платок, который на ветру развивается. Главная маслена по традиции будет установлена на площади Куйбышева. Сейчас завершается ее монтаж. Напомним, множество кукол поменьше появится во время проводов зимы благодаря самарцам, которые сделали маслены своими руками в рамках конкурса «Самарская маслена. Гостья дорогая». Прием заявок на участие продолжится до 7 марта. Мария Илчан, Василий Колдашов. События.